шестью театральными историями можно познакомиться благодаря стендам, которые подготовили сотрудники Березняковского историко-художественного музея. На этой аллее мы узнали, что первая труппа Березняковского драмтеатра образовалась в 40-е годы прошлого столетия. Именно она и положила начало всем театральным коллективам города. Выставка «Березняки театральная», она, в общем-то, посвящена истории каждого из театральных коллективов и представляет такие вот яркие моменты. Самодеятельный театр Кравченко из 90-х годов и детский театр «Огонек», который действовал некогда при нашей Березняковской телестудии в 60-х годах. О театре, который впервые поставил мюзикл в Березняках, или о детском музыкальном коллективе, который известен за пределами нашей страны, можно будет прочесть в треугольном сквере. Выставка «Березняки театральные» будет работать до конца ноября.